Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам показать новинки уже в мыле, как они выглядят. Это лилия. Это не новинка, она просто попалась, я не заметила ее. Но все же она красивая. Это новая роза. Вот. Это тоже роза. У нее такие лепестки, как будто волнистые такие, как будто порезаны. Она очень красивая. Это вот такой шикарный пион. Тоже очень красивый. Это большая роза. Купольная. Под купол. Вот. Это еще один пион. У нас чуть-чуть там с заливкой немного проблема. А так цветок очень красивый. Это вот такой цветочек. Это розочки под кружку. Сейчас я вам покажу. Там здесь блюдца. Это чашечка. Немного нужно пустить воздуха, потом она спокойно выйдет. Вот такая красивая чашечка. Немного украсить ее зеленью, флористикой, все будет отлично. Всем спасибо за внимание.